сегодня хотел бы дать, бросить каплю, последнюю каплю по поводу покаяния. Знаете, когда дети приходят к нам, сделав какую-нибудь пакость, они бегут и кричат: «Папа, я больше не буду». Чаще всего, перевести на общий христианский доступный язык или общечеловеческий, это будет звучать примерно так: «Папа, пожалуйста, не наказывай меня». И страх быть наказанным чаще всего толкает нас на покаяние. Но знаете, есть одна маленькая проблемка. Когда мы каемся перед Богом, то Он нас прощает, но не оставляет без наказания. Поэтому, когда мы с вами приходим к Богу с покаянием, мы должны четко понимать, что наше покаяние приведет к прощению нашего греха. Оно приведет к изменению отношений с Богом в лучшую сторону, проявит Его любовь, даст нам лучшие отношения, поможет нам больше Его любить, мы окунемся в Его любовь, но мы обязательно будем наказаны. У любого нашего греха всегда есть последствия. И эти последствия до того, как мы покаяемся, призваны нас привести к покаянию. То есть они как бы толкают нас туда. А после нашего покаяния они воспитывают, учат, тренируют нас. Хотя бы тем, что не стоит делать грех, он обязательно будет наказан. И когда мы наказываемся от Господа, в этом есть больше благодати, чем в том, чтобы избежать наказания. Поэтому, когда вы приходите к Богу с покаянием, когда вы говорите Ему: «Прости нас за тот или иной проступок», не расстраивайтесь от того, что Бог накажет вас.